арахис с утра. Кастрюлька энергии. Кукольный театр. Здесь проводятся какие-то представления, наверное. Я тут ни разу не был. Спасибо. Фундук, органик, мороженое. Ее перевели. Да. А нет, перевели на русский. Веселье попомчит, музыка звенит. Помодоры, бананоры и еще один помодор. Вот там несколько, тоже одна штучка. Сейчас. Ты не бойся, это органик, органик. По вегану. Можешь брать. Майкл Бэй будет в восторге. Dance, bitch. Смузи. Что я ел? Это ролл, фалафель и чизбургер. Country бургер. Это чизбургер получается. И это country бургер. Да. Какао. Не до велосипеда добрались и до Казани. Дом земледельцев. Или даже органик земледельцев, как мне тут подсказывают. А вот там дальше один из самых, вот сейчас действительно самых дорогих районов Казани. В том числе там, по-моему, взлетные площадки для вертолетов и места для причала, яхт и прочего. В этом месте, кроме своей охраны, есть еще вот гаргульи. В том числе есть своя мечеть. Тут какое-то подобие Кул-Шарифа строится. Своя церковь. И, не знаю, вот дополнительный дом, скорее всего, для слуг строят здесь. Это самый большой алкашоп, по-моему, в Казани. Тут ты в самом-самом-самом-самом крутом месте России, если видишь велодорожку. Аккумулятор. Вот так не нужно закрывать велосипеды. На традиционную рубрику «Новое пиво». Блин, как она называется? «Новое пиво каждый день». Я уже забыл, как она называется. «Новый день, новый пиво». Ёлки-палки, фанаты. На традиционную рубрику «Новое пиво, новый день» я пригласил гостя программы Камилу с тремя конями, и это солодовый напиток и БАД, безалкогольное пиво. Как тебе? Лимонад. Лимонад. БАД от меня получает большой палец, и это первый конкурент Баварии, который... Нет, он, в принципе, меняет Баварию на первом месте. БАД топ.
Санкт-Петербургский Иисус. Шурале. Это тот, который щекоткой убивал людей. Что говоришь? Так, в Татарстане водились раньше динозавры, и они говорили «Исамасас». На площади Шестерца, да, ведь знаю. Сзади эхо обманчивое такое.